Ну что же, а мы продолжаем. Учительницу порно-актрису из Петербурга муж не осуждает. Поддерживают девушку и его родители. Об этом Светлана Тополь рассказала в интервью Лайфу. Девушка жалеет только о том, что пришлось уйти из гимназии. Она скучает по воспитанницам и даже продолжает с ними общаться. Родители семиклассницы не против. Светлану любили в школе. С девочками она занималась чирлидингом. Это вид спорта, сочетание танца, гимнастика и акробатику. Успешную педагогическую карьеру Светланы разрушил громкий секс-скандал. Отголоски бурной молодости. 26 октября неизвестные разослали порно-ролик всем родным и знакомым девушке, а также некоторым учащимся гимназии. Впоследствии выяснилось, что Светлана Тополь в фильмах для взрослых снималась 5 лет назад, когда она еще была студенткой. Тогда я поступила в университет на первый курс. Шла учиться на режиссера шоу-программ, и режиссер шоу-программ не предполагает работу с детьми в образовательных учреждениях. Но после этого Светлане предложили работать со школьницами. Она не отказалась. В гимназии она провела 3 года. За это время ее команда по чирлидингу «Аквамарин» выиграла множество соревнований. С коллегами вроде бы тоже проблем не было, но девушка считает, что недоброжелателя, разославшего видео, все же стоит искать в гимназии. Мне бы очень хотелось узнать, кто это мог сделать и зачем. Больше всего мне хочется узнать не столько кто, сколько зачем. Однако Светлана потом рассказала нашим корреспондентам, что, скорее всего, недоброжелателя как раз-таки даже рядом он находится, скорее всего, на гимназии. Свое мнение о ситуации высказали и во Всероссийском педагогическом собрании. Там считают, что Тополь попросту не имела никакого морального права после съемок в порнофильмах идти на занятия к девочкам и воспитывать детей. Светлана считает, что недоброжелатель также хотел разрушить ее семью, но ему не удалось. Крепче.